В Югре начали праздновать День защитника Отечества. Сегодня на площадке медиахолдинга «Югра» Наталья Комарова встретилась с участниками специальной военной операции, их работодателями, родственниками, волонтерами, а также военными корреспондентами. Они рассказали главе округа о патриотических проектах, один из которых – фестиваль документального кино РТ «ДОК. Время героев». Директор конкурса Екатерина Яковлева по видеосвязи пригласила югорчан принять в нем участие. А Наталья Комарова, в свою очередь, позвала организатора конкурса посетить фестиваль кинодетей дебютов «Дух огня». Кроме того, на встрече отдельное внимание уделили военным корреспондентам. За время проведения специальной военной операции от Югры в зоне СВО работали 17 человек. Это представители не только медиахолдинга «Югра», но и других телекомпаний. О своей работе губернатору округа рассказали Владимир Меркушев и Виталий Сапрыкин. Важная роль, как было уже отмечено, в правдивости, которая там страничками закладывается в историю, принадлежит военным корреспондентам. И наши югурские корреспонденты работают в зоне специальной военной операции. Самое важное то, что тот материал, который они собрали, который они готовили, что он стал настоящим таким мультиплатформенной базой для создания не только телевизионных роликов, передач, фотографий, но еще и помог нам донести правду о том, что происходит. С 27 февраля по 14 марта в Югре пройдет досрочное голосование для жителей удаленных территорий. Такое решение принято на очередном заседании избирательной комиссии региона. Также стало известно, что в регионе будут применять комплексные обработки избирательных бюллетеней или КАИБы. Всего 183 комплекса на всех избирательных участках Сургута и Мегиона, а также некоторых участках Нижневартовска и Сургутского района. Помимо этого, избирком Югры определил, что основной тираж бюллетеней для голосования на выборах президента России ТИКом передадут 6 марта в Сургуте. Напомню, основное голосование за президента в этот раз будет проходить 3 дня – с 15 по 17 марта. Уголовное дело о взрыве газа в многоквартирнике Нижневартовска направлено в суд. Прокуратура утвердила свое заключение. Обвиняемым является местный житель. Ему инкриминируют выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерти двух и более лиц, а также уничтожение чужого имущества. Вартовчанин работал на автомобильной газовой заправке. По версии следствия, мужчина знал, что на колонке можно заправлять только автомобили, оснащенные надлежащим образом. И тем не менее, решил за деньги помочь другому жителю Нижневартовска. 4 декабря 2022 года обвиняемый наполнил газовый баллон, предназначенный для бытовых целей, сжиженной смесью. Затем передал его покупателю. При этом не проконтролировал полноту заправки. В итоге баллон оказался переполнен. В этот же день около 18 часов баллон взорвался в одной из квартир жилого дома по улице Мира. Произошло это из-за неконтролируемого роста давления. В результате взрыва разрушились несущие конструкции дома. В результате погибли 10 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, а также причинен вред здоровью различной степени тяжести трем лицам. Уничтожено и повреждено имущество на сумму более 280 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу.